Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Пользуемся иногда возникающими теплыми окнами в огороде и продолжаем работу. Продолжаем нашу передачу. Ну, чеснок мы с вами посадили, но у нас есть урожай, который мы должны сохранить. Итак, как мы можем хранить чеснок? Очень многие жалуются, что чеснок не хранится. Это зависит от срока, когда вы чеснок собрали. Это зависит от сорта, какой чеснок вы пытаетесь сохранить, и от условий хранения. Очень часто, покупая в магазине чеснок подешевле про запас, мы понятия не имеем, какой это сорт. Может, он вообще не хранится. Поэтому желательно чеснок, конечно, выращивать самому, именно лёжкие сорта. Убирать вовремя, чтобы он у нас с вами не портился во время хранения. Давайте все эти нюансы рассмотрим и поймем, что мы делаем не так, почему наш чеснок не хранится. Итак, первое. Чеснок нужно вовремя убирать. Вот посмотрите, перед вами чеснок, который убран вовремя. Верхняя пленочка, она сохранная, она не лопнула. Видите, чеснок выглядит единым организмом. Вот здесь головки чеснока, которые передержали в земле. Посмотрите, его не вовремя убрали, он уже лопнул. Такой чеснок храниться, конечно, будет плохо. Поэтому его придется пораньше использовать в пищу. Дальше. При уборке чеснока нужно очень аккуратно его убирать, не ударять чесночиной, случайно постараться не поранить, потому что такой чеснок тоже храниться долго не будет. Следующее, конечно же, это зависит и от сорта, как мы уже сказали, и от условий хранения. Яровой чеснок нужно хранить при температуре где-то 18-20 градусов. Видите, он любит тепло. А зимний чеснок хранится замечательно только при температуре плюс 2, плюс 4. Видите, какие низкие температуры, еще не отрицательные, но очень низкие, близкие к нулю. Следующее. Чеснок мы выкопали из земли. Что мы должны сделать? Это аккуратно отряхнуть его от почвы, ни в коем случае не ударяя, нельзя его повредить. И оставить сохнуть на грядке на один денек. Если у вас его очень много, то переворачивая время от времени. Потом мы чеснок должны занести в сухое помещение, где он будет готовиться к хранению, к зимнему. Он должен высохнуть в очень сухом помещении. Есть очень удачный вариант просушки чеснока перед хранением, допустим, на необструганных, необработанных досках, сухих досках, которые будут впитывать вот эту влагу, которая пока есть в чесноке излишняя. Дальше мы, конечно же, должны обрезать у него корешки и стебель. Корешки некоторые даже рекомендуют опаливать, допустим, над газом, над свечкой, чтобы не прорастал чеснок. А длина стебелька зависит от того, как вы будете его хранить, в каких условиях. Если вот так вот навалом, то стебелек нам не нужен. Оставили вот такую пипочку 2 сантиметра, этого достаточно. Если связываете в пучки, то, конечно, 10 сантиметров. Если плетете в косы, то можно и еще больше. Как же чеснок можно хранить? Во-первых, он должен дышать. Вентиляция должна быть. Про температуру мы уже сказали, но чесноку важна вентиляция и небольшая влажность. Хранить мы его можем, вот так вот насыпав в коробки, небольшими слоями. Для чеснока в домашних условиях рекомендуется слой не больше 20 сантиметров. То есть вот такие крупные головки, это три головки в ряд. Все,
больше уже насыпать не нужно. Насыпаем либо в коробки, либо в банки и герметично не упаковываем. Чеснок – это живой организм, он дышит и выделяет влагу. Герметично закрыв его, допустим, вот так закрыли, пленкой закатали или под капроновую крышку в банке, он у вас заплесневеет и испортится. Поэтому обязательно он должен проветриваться. Следующее, мы можем хранить его в масле. Для этого чеснок очищается и заливается маслом. И у вас получается сразу два продукта. У вас и чеснок готов, и масло ароматное, пахнущее чесночком, которое можно использовать потом на кухне. Чеснок можно хранить просто в холодильнике, на нижней полочке, ни в коем случае не в морозилке, нигде отрицательные температуры. Но помните, если чеснок долго хранится в холодильнике, а потом вдруг вам понадобилось это место, и вы его хотите перенести для хранения в другое, он храниться не будет. Чеснок, который лежал в холодильнике, он там и должен долежать до того момента, как вы его используете в пищу. Такая резкая перемена влажности и температуры очень плохо сказывается на его хранении. Положили хранить в холодильник, пусть он там и лежит. Не стали использовать холодильник, его туда и не кладите больше. Вот такие интересные способы хранения чеснока. Некоторые еще пересыпают чеснок солью, золой, известью, именно для того, чтобы он не портился в процессе сушки, в процессе хранения. О чем же мы хотели сегодня с вами поговорить? Об одном интересном веществе, которое может заменить некоторые удобрения. Вот перед вами зола. 1 килограмм золы заменяет 200 грамм гранулированного суперфосфата. То есть 1:4. Посмотрите, какая хорошая экономия. Что же такое зола? Зола – это пепел, который у нас остается после сжигания каких-то древесных растительных остатков. Очень часто мы делаем костры, когда сжигаем по осени лозу виноградную, малину срезанную, какие-то доски. Зола остается и в печи. И неправильно делают те, которые потом разбрасывают ее по огороду или вываливают одной кучей в огороде. Так делать не нужно. Зола теряет очень многие элементы. Она, кстати, содержит до 30 элементов. Почти вся таблица Менделеева, кроме азота. Азот улетучивается с дымом при сжигании вот этих органических остатков. В золе очень много фосфора, железа, калия, магния. Лидирует виноградная лоза сожженная. В ней до 30% фосфора. Вообще, зола из молодых срезанных веточек, а не старых деревьев, гораздо-гораздо питательнее, чем сожженные старые какие-то чурки, доски. Поэтому, когда вы что-то срезаете в огороде, обязательно складируйте, сушите, а потом используйте в костре, который в дальнейшем пепел из него будете закапывать в огороде. И так как я уже сказала, разбрасывая вот так вот сверху, можно только, если вы боретесь, допустим, с улитками. Улитки очень не любят золу. И разбрасывая ее, они там не будут потом ползать. Но, к сожалению, зола теряет большинство микроэлементов. Если вы приносите золу на огород, ее нужно сразу же заделывать. Либо сделать из нее раствор. Для этого кипятится ведро воды. Туда кладется 2 килограмма золы, вот это вскипело, настоялось, и на следующий день вы можете вылить в огород. Но такой экспресс-метод хорош весной, летом, когда нам нужно срочно подкормить наши растения. Ну а по осени желательно золу под перекопку, под тяпку использовать. Также зола используется для того, чтобы дать толчок для вновь высаженных растений.
Допустим, мы весной с вами начнем высаживать рассаду, сажать картошку, сажать лук. Вот все эти луночки можно ложить вот эту золу. Допустим, для корнеплодов, для, допустим, картофеля используется до килограмма золы на ведро клубней. Можно опыливать им, допустим, посадочный картофель, либо класть несколько чайных ложек в лунку при посадке. Точно так же в лунку кладется до 3 столовых ложек золы при посадке баклажанов, помидор. При посадке капусты кладется 2 столовые ложечки. При посадке лука 1 столовая ложечка. Еще очень интересно, что многие удобрения из магазина содержат хлор. Ну, так они производятся, что там бывает хлор. А немногие растения любят хлор. Допустим, баклажаны хлор вообще не выносят, капуста не выносит, клубника не выносит хлорные удобрения. Поэтому для них замена вот этих магазинских удобрений – это как раз зола. Золу мы также можем использовать не только при подготовке почвы и во время посадки, но и подкормке во время роста растений. Для этого рядом с большими кустами, деревьями выкапывается луночка, туда засыпается зола. Можно пролить водой и закопать, пусть она там внутри работает. Очень любят золу, кстати, яблони и смородина. Хорошо к ней относится и крыжовник. Кстати, крыжовник очень часто болеет мучнистой росой. Зола и здесь тоже помощник. Можно растения опыливать. Для этого берем золу, можно взять старый какой-то дуршлаг, которого не используете уже в огороде, наложить в него золу и вот так вот протрясать над растениями, опыливать. И мучнистая роса пропадает, она терпеть не может золу. Точно такую же процедуру можно проводить и против вредителей. Допустим, крестоцветная обложка. Очень часто на молодые кусты капусты очень прямо страшно смотреть. Она вся как будто прострелена дробью. Она просвечивается. Это питалась крестоцветная обложка. Поэтому рассаду капусты, высаженную в огород, точно так же опыливают сверху вот этой вот золой. Зола закрывает дыхальце крестоцветной блошки, и блошка погибает. Плюс прошел дождик, зола смылась, то же самое удобрение. Очень часто рассада капусты погибает от такого заболевания, оно называется кила, когда гниет корень. Опять же здесь помощница зола. Вложите в лунку при посадке чайную ложку золы, либо проливайте раствором золы вот все эти огородные культуры, включая, конечно же, и нашу капусту. Вот здесь у меня лежит, кстати, картофелина, и в ней маленькая дырочка. Эта дырочка вполне возможно возникла либо от того, что там поселился проволочник. Это вот такой желто-белый червяк, который прогрызает наш картофель практически насквозь. Либо участок засорен пыреем, и корень пырея просто проткнул, опять же, вот этот клубень картофеля. Так и с этими проблемами помогает справиться вот эта зола. Зола раскисляет почву. Очень часто вот этот вот пырей растет на кислых почвах. Если вы видите, что у вас прямо все заросло пыреем, его белые корни везде, знайте, что у вас кислая почва. И нужно добавлять под перекопку до 300 грамм золы на метр квадратный. То есть метр, метр, метр. Это называется квадратный метр. И вот туда вы должны вкопать 300 грамм золы.
Ну, а насчет проволочника, который вредит тоже картошке. Проволочник терпеть не может золу. Опять же, когда копаете участок под картофель или сажаете картофель, в лунку добавляете вот эту золу, либо в почву перекопки. Эти же 300 грамм на метр квадратный. И вы увидите, какая красивая, крупная и, главное, неповрежденная картошка у вас вырастет. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. С вами была передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Смотрите нас в следующей передаче.